Минздрав хочет штрафовать людей, которые курят на работе. Ну, хочет предложить так делать. Ну, якобы падает продуктивность. Как считаете, хорошая инициатива, плохая? Да, я думаю, что хорошая сэкономит, скажем так, рабочее время и будет более продуктивный производственный процесс. Я сам не курю и к курению отношусь, в общем-то, неодобрительно. Ну, насчет штрафовать, я думаю, это вопрос между работодателем и работником должен решаться, как говорится, при обоюдном согласии. В принципе, это здорово, чтобы люди о своем здоровье заботились и другим не вредили тем самым. Я думаю, хорошая идея. Как к этой инициативе относитесь? Плохо. Почему? Потому что я сама курю, и это мне не мешает. То есть продуктивность не падает? Нет. Ну, штрафовать не обязательно. А сделать, если такой график курения. Я вот не курю лично, так что меня это никак не коснется. Но курить, не курить – это личное дело каждого. Главное, чтобы не мешали другим людям. Как еще работодатель мог бы стимулировать работников больше работать и меньше курить во время работы? Зарплату повышать тем, кто не курит.